отвечать, да? Кто бы мог возглавить Украину? Я думаю, конечно, слава Владимиру. Владимир Владимирович Путин. Было бы очень обалденно. Но так как ему наверняка будет очень тяжело со всем справляться, но он молодец. Я думаю, может быть, он туда зашлет Жириновского. Он наведет там порядок. Все быстренько будут жить как надо. Володя Жириновский приедет, и пипец всем. Хотите, я по оригинальному отвечу?